Вот я открываю шампанское за то, что все же революция в сознании людей произошла, люди просыпаются. И хочу всем пожелать, что мы в Барвихе попытались сделать все возможное, чтобы улучшить жизнь местного населения. Я говорю, что я и Дмитрий Демушкин. И у нас что-то вышло, что-то не очень, но мы очень старались показать совершенно новый тип общественных отношений, новый глобальный проект. Ну, не судите сами, это сериал. Надо досмотреть до конца. С вами был Александр Серегин. До новых встреч, друзья!